Всем hello, вы на канале «Мой флакон», меня зовут Слава. Рядом со мной сидит друг из Еревана, зовут Вахак. Здравствуйте. Он любит парфюмерию, занимается, у него есть свой инстаграм-блог. И сегодня мы решили открыть для себя новый бренд, называется Scentology. Так выглядит у них сет, состоит из 8 ароматов. Немного извиняемся сразу за звук, микрофона нет с собой. Надеюсь, будет нормально нас слышно. Надеемся. Бренд из Франции, французский бренд. Нишевый. Синтез, они так говорят, синтез парфюмерного искусства и научного подхода. Черпают свое вдохновение от природы, вот так, и методом научных новых технологий получают ингредиенты, и уже парфюмерные артисты уже составляют парфюмерную формулу. Вот это самая главная идея. Поэтому, наверное, вот название Scentology, наверное, если мы правильно произносим, наверное, вот говорит ибо об этом. Начнем с первого аромата, называется... Как называется? Forest Blends. Это концентрация, интересно, какая? Должно быть... Насколько я знаю, концентрация это парфум. Здесь не написано. Концентрация не написана. Я посмотрю на фрагрантике, может быть, на фрагрантике будет, и я вставлю в описании, что это за аромат. Какая вообще, что это? Eau de toilette? Или, наверное, парфам какой-нибудь, скорее всего. Да. Давайте мы это посмотрим сейчас. Это был аромат Forest Blends. Может, Blend Forest? Это лес и... Blends. Что это? Ну, Blend. Собрание. Наверное. Про лес или... Blend — это сборка и так далее, по-моему. Я забыл, я не знаю перевода. Ага, смотрим. Кстати, по-моему, бренд в России представлен. В Грузии я не видел, что представлен. В России, не знаю, или в «Золотом яблоке» стоит, или «Ригош», я только не помню. А в Ереване он есть? Нет, в Ереване нету. Поэтому я вот хотел именно принести с тобой вместе посмотреть, изучать ароматы. Ну, первое, не изучать, это просто... познакомиться. Те ароматы и бренды, которые и у нас, у вас пока не представлены. Mm-hmm. Здесь парфюмер Филипп Папарелла Парис, шафран, бергамот, грейпфрут, средние ноты кедр, атласки, кашмировое дерево, розы, базовые ноты, кожа, ветивер и нагармота. Здесь я чувствую свежий древесный аромат, вообще акцентно очень древесный аромат, немножко я все-таки цитрусы, я имею, да, цитрусы, вот там грейпфрут пишется, и какая-то замыленность немножечко есть, и еще ветивер я чувствую, кстати. Наверное, ветивер, да, дает, да. Ну, он больше такой теплый аромат, древесный, очень много дерева, и, скорее всего, роза, немного розы. Да? Да, сухой розы, наверное. Не так розы, а высушенные розы. Сухие лепестки розы, да. Я заранее извиняюсь, русский язык мой, не мой родной язык. Я стараюсь просто. Да. Какую оценку ты поставишь от 0 до 10? Наверное, 7. 7? Да. Я, наверное, солидарен. Я тоже бы поставил бы 7. Mm-hmm. Так, следующий аромат это Sensory. Сейчас мы еще пока Слава пробует, я найду. Пока мы случайно выбрали его, самый популярный аромат это Synergy, но мы роза, много розы, цветы.
А для меня это как бы шалфей или шафран. А здесь роза, верхние ноты. Розовый перец, ревень, роза. И средние ноты уже малина, ландыш, персик, ирис, пачули, уже базовые ноты идут. Пачули, мускус, амбра, лабданум и дубовый мох. Для меня он как-то амбра и лабданум, если честно. Какой-то... Аромат такой. Еще какой-то базовый сразу. А для меня наоборот, розочка с фруктами, такая нежная, девчачья. Такой больше в женскую сторону. Ну, я тоже бы сказал женскую сторону, но он напоминает какой-то что-нибудь знакомое. Аромат. Но я не согласюсь. Для меня девчачья, я не скажу, что это олдскульная, но не скажу, что это девчачий аромат. Здесь, фрагрантика говорит, похож на Гриздьор. Абсолютно у меня Гриздьор есть. Я немножко розой, а Гриздьор там мох довольно-таки заметный. Да здесь какие-то намеки, если вы знаете линейку, бутиковую линейку Гриздьор. Немножко, может быть, напоминает, или там вот Эковен, это что-нибудь такое говорится. Вот для меня вот сейчас он со временем становится более взрослый. Да. Он уже больше, наверное, подойдет. Роза амбра сейчас, по-моему, или мне это показалось? Вот роза здесь начинает главенствовать в этом аромате. Ну, неплохой, красивый аромат. Хороший аромат. Какая оценка? Я бы тоже семерку бы поставил. Я 6. 6? Окей. Я меня чисто напомнила какой-то... Может быть, похоже. Чем-то, кстати, возможно, похоже на портрет of Lady. Вот что-то есть, может, да? Розовое. Сейчас мы уже пробуем вот их самый хит. Ну, их хит это Synergy называется. Synergy, аромат, самый их топовый топчик. Это когда мы сделали видео с Славой анбоксинг, я в случайном порядке, по-моему, это, именно этот аромат выбрал и побрызгал на коже. Угу. Помнишь, что ты сказал? Пахнет бакара. Бакара. И он очень громкий аромат. Очень громкий, сладкий. Да. Здесь вот, если смотреть на фрагрантику, здесь очень интересный состав, очень много интересных тропических фруктов, а-ля ананас, манго, персик, нам мешают иногда, лист черной смородины, яблоко, апельсин, груша, ну, очень мощный фруктовый старт, потом средние ноты миндаль, шафран, а вот, наверное, шафран дает какой-то, наверное, какой-то... амбра, амбра да, дает. Амбра, шафран, роза, жасмин и базовые ноты и мускус, амбра как раз, кедр и опять же мох. Это вот для фаната, любителей сладких фруктовых ароматов, кто любит бакару руж, тоже рекомендуем попробовать. Очень много здесь груши чувствую еще. А почему мне это все-таки кажется такой, то ли амбраксан, что-нибудь, амбра деревяшки, очень сильная база амбра. Амбра древесных новых материалов. И вообще-то чувствуется, что он довольно-таки у него мощная вот эта да, шлейф, да. Будет мощный шлейф. Диффузность большая. Да, диффузность и стойкость будет хорошая. Я чувствую здесь больше пирог с грушей. Карамелизированная такая немножко груша, да? Еще такая. Сладость приятная. Может, возможно, ваниль еще дает так. Ну, шафран с фруктами. Такой по-моему. Аромат вкусный. Да. Это все вот в бакара историю. Ну, я не сказал, что он так сильно смакивает на бакару. Он не сильно, да. Он больше такой бы фруктовый, да? Он больше в фрукты да. Уходит. Ну, что-нибудь тропическое, но сильное. Угу. Следующий аромат называется Соли Флор. Ну, интересно, что-нибудь там будет. Какие... Завидно, как я наношу, чтобы... Только не на меня. Окей.
О, это приятно, мне прям сразу нравится. Ну, не сказать, что прямо вот... Роза. Сразу роза. Прям роза. Я бы не сказал, что такой цветочный. Я вообще там белые цветы ожидал, розы и так далее, из-за названия. Но для меня чем-то немножко в Монтале, историю Монтале. Вот у Монталя такая роза. Да? Как по мне, вот ут Монталь с розами, вот много то направление. Здесь, наверное, есть уд. Кстати, эта роза становится со временем более такая нежная. Я стараюсь что-то найти розу и чувствую розу, но все-таки... И малина. Вот здесь про малину стало появляться. Вот это я хотел сказать, что здесь опять другой аромат тоже, по-моему. Первый аромат был опять же малина и роза. Угу. Здесь они повторяются. Но здесь верхние ноты, нам говорит фрагрантика, кипарис, фрези, перец, бергамот. Но средние ноты уже опять же малина... Роза, ну, добавлена гордения и жасмин. В базе ваниль, бензоин, бальзам толу, амбра и мускус. Вот он мне становится, нравится. Он пахнет немного таким кремом для рук, таким уходовым. Я думаю, больше уходовым таким. Для меня вот ассоциация с кремом для рук. То есть он такой уходовый. Кстати, мы забыли поставить оценку Бакаре. Которая бакароподобная. Сколько мы его поставим? Я 7. Я 7. Опять? 7? Ну да. Так как я люблю бакару, я бы, наверное, поставил бы 9. Мне он понравился. Так, теперь про этот аромат возвращаемся. Я все-таки чувствую там малину и цветы. Какую? По-моему, вот. Гордения. Нет. Роза. Фрезия. Фрезия дает вот эту нежность аромату, mm-hmm. вот уходовость. Таким белый, такой текстурный крем для рук, для ухода. Но все-таки вот. Здесь для меня все-таки прям... есть, я хочу сказать, древесная, но все-таки это не древесная. Нам фрагрантика помогает, а mm-hmm. база становится более вот, ну, на русском как это... Если там бальзамическая. Но для меня наоборот, нет, почему-то. Древесная, даже сказал бы древесно-бальзамическая, цветами. Для меня вот больше все-таки крем. Крем для рук. Какая оценка? Да, мне бы понравилось. Я 8. 8? Да. Я бы, наверное, бы поставил бы 7. Ничего. Следующий аромат называется... Силаж, наверное. Силаж. О. Парфюмер Марция Кисино, итальянец, наверное. Интересный. Мне тоже. Сейчас посмотрим, что пишет. Кожа. Кожа и можжевельник. Что-нибудь а-ля мемо? Нет. А-ля тосканская кожа. Басканская или айриш? Вообще-то по составу есть там... Айриш есть, кстати, есть, да. Как в айриш лезер мемо. Да. Ну, что-нибудь, да, более там легкий вариант, без малины, без ягод басканской кожи. Но все-таки для меня все-таки что-нибудь из мемо более красивое. Он более деликатный, по-моему. Да, я согласен. И деликатнее, чем мемо. Irish leather, перуанская кожа, деликатнее, тем более деликатнее, чем комфорт. Я хотел бы нанести на коже, как он раскроется на коже, и в конце видео расскажу. Кстати, он можжевельник более сильный становится, еще, по-моему, я чувствую ветивер, хотя здесь нету ветивера. Кстати, вот... Есть ветивер. Где? Да, я, наверное, это внизу остался. Ягоды можжевельник, бергамот, апельсин и сельдерей. Это верхние ноты. Средние ноты кожа, лесной орех, бобы танка, фруктовые ноты. И базовые ноты оказывается ветивер, древесные ноты, ваниль и амбра. Я здесь
месяца ни бобы тонков, ни орехов, ни фруктовых. Сильно я можжевельник, ветивер и кожа. Ну, интересный аромат. Он все-таки в начале, да, есть схожий с тосканской кожей, с мемос, с ирландской, но все равно он уходит в слое. Все равно он не сильно похож, как по мне. Ну, он более деликатный, более, не знаю. Он более свежий. Здесь да. Кожа какая-то более такая, не животная, более, наверное, какая-то, пахнет так, новый кошелек, вот так обработанная кожа. Вот. Мне понравилось. Интересно. Оценку 8 я поставлю. Здесь. Я, наверное, поставлю тоже 8. Следующий аромат называется... Трассе. Как? Трассе. А. Сейчас по. С названием Трассе. Не знаю. Трассе там. Трассе. Может, запах асфальта? Или там женщин, которые стоят на трассе. Ну. Кевин Матис, наверное, парфюмер. Извините за произношение. А. Я хотел сказать, ут, тонкий очень ут чувствуется. Mm-hmm. Еще давайте не будем смотреть пока на фаргантику, просто наше первое впечатление. Ну, он такой древесный, ну, да. Много ут. Дерева. Все, это заметный ут, да. Сразу заметный. И ут такой не сильно вонючий, да. Вот он здесь приличный. Политкорректный более, политкорректный, да. Остальное роза, да? Роза? Да, я тоже чувствую. Ладно, уже верхние ноты, что пишет фрагрантика: бергамот, кориандр, болгарская роза, ут, корень ириса и уже базовые ноты кедр и масло можжевельника. Ну хорошо, это прям вот аромат прям очень добротный и хорошо сделан. Его да. Очень сложно разобрать как-то на ноты, да? Он какой-то целиковый, что ли? Ну, я вот как раз это сказал, что не знаю, может, у меня нос уже забит, не знаю. Я только чувствую дуэт уда и розы. Да, тем более, вообще-то уд больше, сильнее. Но он никак не идет, ну, как манталь и так далее. Да, он, да, не-не-не. Более нежный, спокойный аромат. Приятный. Какая оценка? А так как он сильно не меняется, по-моему, для меня, пока рано сказать, но пока что это роза и другие ноты я не вижу. И как-то эта тема уже подизбита, очень популярна. 6 поставлю. Я тоже 6. Тоже. Поставлю шестерку. Хотя они все добротные. Мне да. Так показалось. А потом мы овервью сделаем, да? Следующий аромат называется Overdose. Вот Overdose. Что... Наверное, он будет громкий, да? Вот интересно. Те, кто за чего? Какого ингредиента? Overdose. Пока я не буду смотреть. И... Очень приятные древесные, тонко древесные цитрусы, да? Или нет? Сандал. Я чувствую сандал. Да? Такой сладенький сандал. Без маринадов. Без маринада. Что там интересного? Конопля. Сандала нет, я уже вижу. Да ничего. Ну пишут люди. Чувствуешь. Ну коноплю я что-то не чувствую. Ну да, я тоже. Конопля, грейпфрут, бергамот, герань, гордения, чабрец. Чабрец что-нибудь родное, но я. Я что-то не чувствую. Люблю чай с этим. И ветивер, базовые ноты. Ветивер, пачули, мускус и амбра. Герань, я чувствую пачули. Мне кажется, его надо нанести на кожу, попробую. Потому что здесь конопля. Она, по сути, должна быть слышна. Для меня нет. Здесь более герань. Вот поэтому... Я сказал цитрусы, грейпфрут, бергамот и розовый, ну, герань. Цитрусовая розовая? Нет, здесь розовые, розу не, я не чувствую. Но все-таки интересно, здесь тонкий очень древесный, может быть, ветивер дает какой-то, зеленый древесный вот оттенок или... Ну, наверное, пачули. Да.
Но сильного пачули я тоже не чувствую. Какой-то он аромат? А есть? Нет. Все-таки надо немножко... подождать, надо ему дать время, чтобы он раскрылся. Да. Мне аромат не понравился, если на честно. Коже, на коже хорошо. Это что, на коже, что? Коже хорошо звучит. И на коже я слышу коноплю, зеленость, траву. Я тоже вот этот, все же... Я, наверное, поставлю ему девяточку, мне понравилось. Мне тоже понравилось, но 8. Девятка. Я так особо не люблю зеленые ароматы, но он понравился. Почему? Свежий и тонкий, опять же, очень хорошо сделанный аромат. И последний аромат уже в этой подборке. Слушай, но все-таки явный конопли... Явно здесь не слышно, да. Она... Если говори, там читая, что конопля есть, думаю, что ну, вот, наверное, есть. Но так явно, чтобы сказать конопли, как, например, какой аромат? Например, канабис. Бойс, селия канабис. Там прям она в лоб, она прям громкая. Да. А здесь она все-таки, можно сказать, это такой прям букет. Букет цветы, травы, фрукты, то есть они все играют между собой, и никто не выпирает. Нельзя сказать, что прям пахнет каким-то определенным ароматом, да? Какой-то определенной нотой, здесь сложно понять. И последний аромат называется «Абсолют». Вот, кстати, на моей коже со временем прям уже слышно коноплю. Да? А, да. На коже слышно. И еще, не знаю, может быть, еще качество бумаги лотера может как-то искажать. Ну, нет, еще ну, кожа просто, она все-таки раскрывает по-другому совсем. Бумага – это есть бумага. И последний аромат называется «Абсолют». «Абсолют». Опять же парфюмер Марция Тессино. Есть какая-то акватика. Ну, тоже хорошая. Но что-нибудь напомнило от 90-х. Так как мне 48, для меня вот эта тематика... Нет, ушло это что-нибудь из 90-х. Немножко Живанши Пи, да? Вот. На Живанши Пи чем-то похоже. Да? Да? Есть такое? Да, пи, насколько я помню, он более сладковатый был. Он такой более миндальный. Да, такой. Да. Он более миндальный. Более зеленый здесь что-нибудь. Миндаль зеленый. Кстати, кто уже не успел купить Живанши Пи, можно присмотреться к этому аромату, кто любит. А так, верхние ноты, как мне показалось, это сено, агармота, лавр, шафран. Средние ноты – ваниль, гваяк, курианский бальзам, белые цветы. И базовые ноты – амбра, бобы танка, табак и мускус. Что-нибудь, ну, напоминает что-нибудь от Рожадава, кавка. Очень отдаленно. Но, если честно, он самый тихий. Вот. Да? Или мне уже нос подзабился. Ну, я а его не сказал, что он совсем тихий. Средний. Средний? Тихоня не назовешь. Здесь табак, я чувствую, больше. Интересно, табачные. Вот это... Потом больше уходит мужскую сторону. Вот, да, то есть да. Зеленые вот сено, наргамоты, все ушли, по-моему. На девушке я уже меньше вижу этот аромат. Хотя, это же все унисекс. Ну да, все унисекс. А, тогда вердикт, подытожим, какой же аромат? А я, наверное, поставлю ему шестерку. Я семерку, мне понравилось. И мне понравилось, вот он изменился. Вот стар был красивый, но базы тоже, сердце и база тоже хорошие. А какой все-таки понравился? Мы можем, сейчас мы, нам надо дать 5 минут. Мы сейчас разнюхаем все блоттеры и сделаем вердикт, какой же аромат нам больше нравится. Бахак, какой тебе аромат больше понравился, может быть, несколько? Какие бы порекомендовал? Знаете, я вообще не ожидал, что у бренда такие очень
хороший аромат, и политкорректный, ничего такого шумного аромата или такого, сказать, ниши-ниши, что неносибельное и так далее нету. Если честно, мне понравилось конопля, дуэт Овердоз, да. И еще понравился, какой это был, можжевельник и кожа. Силач. Силач, да. Вот самый главный. Мне понравился, но так как-то не моя тематика, или я устал, скажу, тот аромат, который для меня не впечатлил. Или, ну, это был абсолют, да, наверное, ут. Который был. Да, вот абсолют последний аромат, который и мне вообще что-то не очень. Который. Вот, абсолют. Нет, последний мы. Нет, мне равнодушным осталось Трейс. Трейс. А последний мне понравился. Вот последний тоже. То есть, давайте абсолют. Понравился тоже третий аромат. Окей. И Синержи тоже красивый, но он для меня, ну, такой громкий аромат. И может немножко в течение дня уже как-то устать. Я бы посоветовал бы от себя три аромата. Это вот типа кожа, которая с можжевельником, интересно пахнет и на коже прям звучит приятно. С коноплей мне понравился. Все-таки он цельный аромат, не выпирает конопля, можно спокойно его носить. Никого вы не испугаете, и никаких не будет к вам намеков, что вы там побаловались. И еще и третий аромат мне понравился, который пахнет как бакара, но все-таки здесь много груши в карамели, и он интересный, фруктовый, довольно-таки громкий. Да. Кто любит вот шлейф, чтобы быть заметным. Сладость. Да, ну сладость там умеренная. Ну, есть. Ну, да, умеренная, но есть. Умеренная. Такая схожая с бакарой. Да, и не знаю, там для меня все-таки там современная вот база была, амбродивяшка. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Мы постарались рассказать про этот бренд Scentology. Напишите в комментарии, знакомы ли вы с этим брендом, с их ароматами. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если было интересно. С вами был Слава и Вахак. Всем отличного настроения. Всем goodbye. До свидания.